Як повідали, відповідь поступив біля добре. Тоді продовжуємо. Хочу вам представити Ірину Бахнак з компанії TurboSeo, яка піднімає таку цікаву тему, що краще – SEO чи контекст. Ми говорили тут з попередніх півтори години найбільше про SEO, про різні можливості SEO. Є антипод SEO, це Google, який просуває свій контекст, який хоче, щоб ми рекламували в контексті, інколи, навіть дуже часто, це дуже гарно працює. Я пам'ятаю, там початок 2008, де в SEO за якісь смішні гроші можна було продавати дуже-дуже прикольно в деяких тематиках ще. Ну, власне, не буду далі спойлити тему. Ірина, тобі слово. Спасибо, Ростислав. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Ирина Бахмут. Я приехала из Харькова и из компании TurboSeo. Я немного расскажу о себе. Сейчас я работаю руководителем отдела контекстной рекламы. Это направление мы очень активно развиваем. В последнее время у нас проходит очень много вебинаров и других образовательных мероприятий по контексту. Вот. Самой контекстной рекламой я занимаюсь, наверное, года с 2009-го. В принципе, я думаю, нам будет что обсудить, и я расскажу вам что-нибудь интересное в этом докладе. Так, что-то у нас... Сейчас, секунду. Ладно, будем пытаться так, я надеюсь, что слова не посещают. Все видно. Все. Все видно, все хорошо. Видно, да? Ну, просто как-то странно. Так вот. В своем докладе я не буду сравнивать эти два инструмента SEO и контекст с точки зрения их выгодности в принципе. Я просто расскажу, в каких случаях контекстная реклама более выгодна, в каких случаях для какого вида бизнеса, для каких специфических задач лучше использовать контекстную рекламу, чем SEO. И, в принципе, я думаю, что все понимают, что сразу невозможно сказать, что выбрать лучше и что будет лучше для конкретного бизнеса, SEO или контекст. Потому что предварительно нужно проводить аналитику, нужно проводить эксперименты и уже на основании каких-то данных принимать конкретное решение. Итак, как правило, приходящие к нам клиенты в большинстве своем убеждены в том, что SEO-оптимизация это достаточно быстро, что это недорого, что к естественным результатам выдачи у пользователей среднестатистических гораздо больше доверия. И многие думают, что контекстная реклама не так эффективна. Вот. В свою очередь я могу сказать, что SEO-оптимизация действительно при правильном построении стратегии дает долговременный стабильный результат. Через некоторое время, когда проведем необходимый комплекс мер, действительно вы получаете недорогой трафик, вы получаете стабильный трафик. Если говорить о контекстной рекламе, то в этом разрезе стоимость одного целевого посетителя в контекстной рекламе будет, конечно, немного выше, чем SEO-оптимизации. Вот. Но на самом деле SEO-оптимизация она связана с множеством рисков. Связана с тем, что результат, который вам, который клиенту гарантирует специалист, он зависит не от специалиста, он в большей степени зависит от третьей стороны, от поисковой системы. Причем поисковая система постоянно выпускает какие-то новые алгоритмы для того, чтобы выдача была более релевантной и чистой. Вот. При этом поисковая система пропагандирует и всегда для нее более приоритетна контекстная реклама, потому что именно этот инструмент приносит основную долю дохода. И по сути, если SEO-оптимизатор дает или SEO-компания дает какой-то прогноз, вот, то дает прогноз посещаемости или, допустим, прогноз продаж, то это просто прогноз. И от этой цифры, в принципе, можно легко отклониться.
Контекстная реклама, в свою очередь, это инструмент более стабильный, и я попытаюсь сейчас рассказать о ее видах и о том, для каких специфических задач он подходит. В первую очередь я хочу сказать, что контекстная реклама – это достаточно гибкий инструмент, который подходит для каких-то очень оперативных, быстрых задач. Виды контекстной рекламы – поисковая, медийная, поведенческая, тематическая и маркетинг. Вкратце остановлюсь на их видах. Поисковая реклама – это классическая реклама. В ответ на запрос пользователя получаем релевантный результат. Медийная реклама – это реклама на различных площадках контекстной медийной сети в зависимости от тематики площадок. Поведенческая реклама основана на поведении пользователя, на том, какие сайты он посещал ранее, на том, какие поисковые запросы он задавал поисковой системе. Тематическая контекстная реклама зависит от тематики сайта, на котором мы будем размещать свое объявление. И ремаркетинг – очень интересный, хороший инструмент с точки зрения его эффективности и широких возможностей. Этот инструмент позволяет вернуть на сайт тех пользователей, которые ранее его посещали, даже не важно, с какого источника они пришли. Контекстная реклама имеет такое классное преимущество, как скорость. Если говорить о запуске рекламной кампании, то в среднем, если мы берем, начинаем работать с рекламной кампанией среднего масштаба, среднего масштаба давайте считать кампанию по ключевым словам, если их будет не более, 500. То есть для того, чтобы специалист сел грамотно, продумал структуру аккаунта, продумал, разбил ключевые слова на группы и сделал какие-то базовые объявления, понятное дело, что сразу идеальное объявление не получится, его надо будет тестировать и совершенствовать, но с чего-то надо начать. Вот. То есть базовая настройка и запуск в среднем у специалиста занимает 1-2 дня. Это если у нас средняя рекламная кампания, небольшая. Если в процессе необходимы какие-то будут корректировки, поменять регион, поменять время показа, поменять бюджет, это все тоже очень оперативно корректируется, то есть внося меняя какую-то настройку, она входит в действие уже в течение 15 минут. Вот. При помощи контекстной рекламы вы можете быстро протестировать свои рекламные посылы. То есть вы можете тестировать фразы в объявлениях, вы можете тестировать ключевые слова, которые вы собираетесь запускать, в ту же SEO-оптимизацию. Вы можете тестировать даже посадочные страницы. То есть контекстная реклама на посадочной странице будет приходить трафик, а вы уже будете смотреть, какая посадочная страница принесла лучший результат. Вот. И контекстная реклама, понятное дело, сразу начинает приносить результат. Возможно, если мы будем говорить о небольших временных отрезках, что-то в районе, от недели до месяца, мы будем сразу в режиме онлайн получать информацию о переходах, кликах, показах, тратах, и к нам сразу на сайт пойдет трафик. Сразу, сходу, действительно качественный конверсионный трафик привести достаточно сложно. Для этого нужна масса настроек и экспериментов, но тем не менее предварительный результат будет получен. Если у бизнеса какие-то очень специфические условия работы, если бизнес работает на отдельную географическую область, в этом случае контекстная реклама очень выгодный и полезный инструмент. Если компания работает только в нескольких регионах Украины, Харьков, Днепропетровск и Киев, указав в настройках таргетинга только эти регионы, можно, можно этим, тем самым настроить показ только на них. Если у компании, есть определенный радиус доставки, то есть от магазина доставка работает на 60 километров, можно настроить на определенный регион. То есть в этом плане с таргетингом работать очень удобно, если есть какие-то специфические требования. Если, компания работает по времени, если
Допустим, возьмем пример адвокатская контора. Вы запускаете контекстную рекламу круглосуточно, а консультация идет в офисе до 19 часов. Если пользователь пришел на сайт по контексту в 21 час, то есть его никто не смог в колл-центре проконсультировать, средства, которые потрачены на его привлечение, потрачены в услуги, грубо говоря. Вот. Поэтому можно сразу четко настроить время работы, допустим, колл-центра во временном таргетинге. Можно настроить показы по выходным, можно настроить показы в зависимости от времени суток очень подробно. И на самом деле это очень хорошо влияет на эффективность рекламной кампании и на целесообразность вложения средств в нее. Если, допустим, у бизнеса есть ярко выраженная сезонность, допустим, если это сезон свадеб, у нас есть агентство, которая занимается организацией свадеб. Мы в определенный период включаем контекстную рекламу, она у нас работает, допустим, 3 месяца там самых свадеб. После этого, когда она не нужна, ее просто можно отключить. То есть в этом плане контекст тоже очень удобный, когда вам нужно охватить всего лишь небольшой временной промежуток в году. Вот. Если мы будем прибегать к SEO-оптимизации, то здесь средства придется вкладывать из месяца в месяц. Вот. То есть тоже все зависит от того, насколько бизнес располагает этими средствами. Если вы хотите начать с небольшого бюджета, или клиент хочет начать с небольшого бюджета, то есть у него нет сразу всей суммы на комплексный интернет-маркетинг. Он хочет с чего-то начать, понять свою аудиторию, понять ее поведение. Для контекста можно начинать с самых небольших бюджетов, получать первые результаты, анализировать его и масштабировать свое присутствие в интернете дальше. Тоже очень интересный момент, если нужно быстро продать какое-то количество товаров. У вас нет времени ждать там несколько месяцев, пока ваш сайт продвинут, пока он выйдет на какие-то позиции, пока пойдет какой-то трафик покупателя. А контекст очень просто: запустили там за несколько дней, там открутили определенный период, пока товар не продали, больше все. То есть, грубо говоря, это очень удобно. Если нужно продать какой-то специфический товар, допустим, если это будет продажа бизнеса, у нас есть какой-то, допустим, объект, мы хотим его продать, и во времени, допустим, мы тоже ограничены. То есть можно запускать контекстную рекламу там по массе запросов, по запросам, допустим, конкурентов, по различным запросам смежных тематик. Так, и если нам необходимо разовое привлечение клиента, тоже приведу пример с ивент-агентством, мы так делали. Есть ивент-агентство, и оно может обслужить в месяц, допустим, 4 клиентов. То есть у них выработана такая схема. Если приходит более чем 4 клиента в месяц, то менеджеры и персонал просто не может их обслужить, и приходится от него отказываться, что в принципе может породить в дальнейшем негатив. Вот. Поэтому мы включали контекстную рекламу только на тот период, точнее не на тот период, а до тех пор, пока не наберем необходимое количество клиентов на какой-то период. Когда, допустим, клиенты были обслужены, там мероприятия для них организованы и прошли хорошо, мы включали снова, добирали новых клиентов, и по такой схеме работали. Так, контекстная реклама очень выгодна с точки зрения измерения результата. То есть помимо того, что вы видите полностью все траты до копейки на данный инструмент, вы еще можете связывать эти траты с конкретным результатом. То есть не просто с результатом получили 200 кликов и что, но и связать с тем, что с этих 200 кликов, допустим, там 10 человек стали моими покупателями, а эти покупатели потратили там, точнее купили у нас там на, допустим, $500. И можно таким образом очень просто посчитать, выгодно ли, целесообразно вкладывать в контекстную рекламу
или нецелесообразно. Приводим ли мы такое количество клиентов, которые окупают на нее, либо они ее не окупают. Мы очень часто работаем со своими клиентами по схеме пороговой стоимости конверсии. То есть мы часто понимаем, что реальную как бы, цифру о марже или о прибыли с одного клиента нам просто наш, как бы, наш клиент, который у нас заказывает контекст, он не скажет о прибыли с одного покупателя. Поэтому мы просто ему говорим, скажите нам граничную стоимость конверсии, во сколько вы можете потратить на одного человека, для одного покупателя, на привлечение его. Ну, допустим, клиент говорит нам, я могу потратить 100 гривен, мы отталкиваемся от этой цифры и пытаемся как бы постоянно ее снижать, для того, чтобы и клиенту было выгодно, и мы его можем, в свою очередь, таким образом масштабировать. Вот. Поскольку до тех пор, пока он получает больше, чем тратит, как бы его бюджет может ну, как бы расти. Еще контекстная реклама очень удобна, если вы хотите, если клиент хочет стабильности. Вот у нас было пару компаний, которые иностранных компаний, и для того, чтобы изначально мы хотели с ними работать по SEO-оптимизации, но было очень сложно получить там доступ к сайту, необходимо было там согласовывать все правки и все нововведения через главный офис, который находится во Франции. То есть, по сути, очень усложнялась схема. Вот. В таком случае мы предлагали клиенту контекстную рекламу, потому что в данном случае мы никак не влияем на сайт, мы никак не влияем на его работу, как бы он в полной безопасности, и как бы клиент не несет никаких рисков, в свою очередь. Вот, если, допустим, брать, сравнивать SEO-оптимизацию и контекстную рекламу, то у контекстной рекламы выдача достаточно стабильна в плане того, что там есть уже свои выработанные алгоритмы, там есть как бы уже выработанный аукцион, согласно которому распределяются места в, ну, распределяются места для конкретных рекламодателей. Вот, и это уже не меняется много лет. То есть контекстная реклама – это достаточно стабильно. И, в принципе, по контекстной рекламе мы можем сразу прогнозировать. Мы можем сразу понимать, сколько мы приведем клиенту, какой мы трафик приведем клиенту. Мы сразу можем проанализировать по тематике, какая в данной тематике есть средняя конверсия, если мы уже как бы работали с такой тематикой. Вот. И если мы получим, выбьем из клиента информацию как бы, о его марже, мы сможем ему даже сказать, сколько он может заработать при каких-то определенных вложениях. Так. Еще контекстная реклама хорошо тем, что она не ограничена только выдачей поисковых систем. То есть у нас есть еще два мощных инструмента. Это реклама в контекстной медийной сети партнерских сайтов и это инструменты маркетинга. То есть в данном случае, если использовать весь комплекс инструментов, можно добиться достаточно хорошего результата. И контекстная реклама еще хороша, когда необходимо провести какой-то эксперимент, когда нужно провести разведку. Здесь я вот привела три примера, как мы с клиентами работали в этом направлении и какие у нас получились результаты. Ну вот, допустим, был у нас клиент, который говорил, что все мои покупатели, все посетители моего сайта делают вот так. Все. Мы ему пытались объяснить, что в зависимости от того, какой тип запроса формирует клиент, у него разная нацеленность уже на покупку и в зависимости от этого разное поведение. Мы предложили ему запустить рекламу, разбили все запросы на несколько групп и начали анализировать. В итоге у нас получилась реально разная картина. Для каждой группы пользователей было определено совершенно разное поведение по страницам, которые они смотрели, по времени, которое они проводили на сайте, и по тому, на какие суммы они в итоге совершали покупки. Вот, то есть нам удалось клиента убедить в том, что все пользователи, ну, что пользователи в зависимости от типа запросов ведут себя по-разному. Еще у нас была ситуация, когда клиент говорил, что
Ну вот мои клиенты, они ленивые, они не хотят набирать длинный запрос, они просто вот зайдут в поисковик, ищут они металлопластиковые окна коричневого цвета, они напишут просто окна. Вот. Мы убеждали, что необходимо все-таки как бы брать во внимание все типы запросов. Необходимо уделять достаточно много внимания, около 70% выделять на низкочастотные. Мы провели эксперимент, запустили рекламу, в принципе, все стандартно, ничего нового не придумали. И в результате по отчету мы поняли, что 35% людей, которые как бы пришли на сайт по низкочастотным запросам, они принесли гораздо больше прибыли, чем те, которые пришли по высокочастотным или среднечастотным. Вот. Так, в принципе, третий пример схож с этим. У нас было две как бы небольшие группы, общие конкретные. Вот. И опять-таки конверсия по энчеркам была как бы выше на 25%. Так, в принципе, я уже подхожу к концу, подытожу, что контекстная реклама – это очень хороший инструмент, если вам нужен измеримый результат быстро, если необходимо ориентироваться на достаточно широкую аудиторию и при этом работать с ней, как бы пытаться влиять на нее по-разному, то есть привлекать ее из поисковых систем, привлекать ее из сети контекстно-медийных сайтов, привлекать ее из, допустим, email-рассылок, а потом добивать ремаркетингом. Вот. Ну и таким образом получится, если использовать весь комплекс инструментов, то мы получим как бы гораздо более удовлетворительный результат. На этом у меня все. Я буду рада вашим вопросам. Спасибо. Сейчас перешли на новую схему, по которой мы работаем не по проценту от бюджета, мы работаем по времени. То есть мы определяем, что для рекламной кампании вот эта вот клиентка, допустим, нам надо в месяц 20 часов. И у нас есть стоимость часа рабочего специалиста. И мы как бы рассчитываем для клиента сумму, которая ему понадобится на первый месяц и на все последующие. Вот. Но в свою очередь, как бы для того, чтобы клиент был убежден в том, что наш специалист работал и отработал реально то количество времени, которое ему нужно, мы допускаем его в внутреннюю систему, где специалист как бы фиксирует каждый как бы, временные траты и на что было потрачено. Допустим, там час он сегодня работал со ставками, а завтра он там час работал с объявлениями, а послезавтра он там час писал отчет. Ну, как примерно так. Спасибо. Ну, больше вопросов, я так понимаю, нет. Давайте. Такой вопрос. А как-то вот те данные, которые получаете, это на программе ВАП на сайте влияет? То есть вы пытаетесь как-то работать с лендингами, там, чего-то, например, ну, перерисовывать страницу, например? Ну, безусловно, если мы как бы видим, что есть какая-то реальная проблема, или есть, или очевидно какой-то путь решения, какие-то изменения можно внести, мы всегда даем рекомендации, и клиент либо уже своими силами внедряет эти наши рекомендации, либо обращается в наше дело разработки. Ну, тогда следующий вопрос. Да. В процентном соотношении насколько часто вы прислушиваете? Вы знаете, все зависит от клиента. Если вы будете с клиентом работать в плане того, что вы будете его образовывать и пытаться как бы каждый раз ему вот, ну, не каждый раз, а систематически пытаться углубить его в знания в интернет-маркетинге, то он гораздо охотнее будет реагировать на ваши как бы рекомендации. Если вы просто вот взяли его и будет, то всегда такое дело. Спасибо вам. Ну что, все. Благодарю за внимание.